Апрель может быть и снежным. Видите, даже время сейчас не властно над тем, что происходит у нас в Мелбет первой лиги. Снега, снега. Это Ленинградская область, Ленинградец и Сокол в матче 28-го тура Мелбет первой лиги, Рощино-Арена для вас. Состав вы видели, я обязательно представлю всех. Но сначала давайте свисток услышим. Все, мы начинаем официально. Матч открыт. Ленинградец против Сокола. Дома Рощино-Арена. Уже на половине поля соперника. И классная передача на Опекова. Прострел под удар. Успеет пробить. Как же здорово-то Опеков. И дальше Косаревский удар. Добивание. Нет. Суханов, капитан. Как же Опеков покатил-то. И если бы чуть поближе к мячу находился с правого края, кто это был? Колесниченко, то он бы пробил быстрее. Много разговоров о том, что команда, которая по большому счету умеет атаковать и более такой. Момент удара и влетает мяч в ворота. 1-0. Классно в лед. Лед над Ленинградской областью и удар в лед от Михаила Мальцева. Кому сердечко? 20-я минута. Сокол не получил права на пенальти. И Сокол тут же ответил арбитру и сопернику. А мы вам и так забьем. Сокол. Карабашев даже не дернулся. Как попал-то, а? Ставит спину. Классно убирает мяч. В штрафной Артем Максименко с левой. Это же его позиция. Его нога. И как разобрался. Не успел там Батыров. Там сложно было. Но и в принципе играл по воротам Максименко. Но вот в режиме опять же Азаров. И забивает второй. Да! Классная передача. Начало ее осталось этой атаки за кадром. Но завершение вы видите. Азаров. 55-я. Ликует Сокол. Все-таки в атаке и они лучше. И бага! План работает. Карабашев второй раз тащит мяч из сетки. Неточным. Забил он за окрон в кубке. Момент. В ближний угол удар. Из-под защитника Жеронкин. Косаревский сухарь свой отстаивает. Суханов. Удар. Гарлишвили. И Косаревский. Вот это сейвище. Удар Гарлишвили зрячий под планку, верхний дальний угол. Ребята атакующих и все. Бедная скамейка. Еще удар с дистанции. Снова проверяют. Бил сейчас Суханов, капитан. И снова Косаревский берет. Косаревский герой. Азаров герой. Гол плюс пас. Жабченко свисти. И он свистит. И на центр показывает. И вон там в правом углу фанаты Сокола. Победа гостей 2-0.